Если человек живет без претензий, то высшие силы ему дают просто так, что он захочет. Даже не желайте денег, квартир, машин, мужа, ничего. Бог вам даст, если вы хороший человек, Бог вам даст так много для счастья, что вы даже будете чуть-чуть в шоке от того большого количества счастья, которое есть. А где находится вот это соединение человека с Богом? В груди. Вот там должно быть всегда приятно. Вот если найти там точку, как говорил наш шеф Ури, где у электроника кнопка, так вот кнопка соединения человека с Богом, во всех книгах это написано эзотерических, находится у него в груди. Вот если там приятно, то если там приятно на протяжении дня 1000 раз, держитесь. Ваша жизнь будет идеальной. Даже не нужно ничего хотеть, потому что высшие силы дадут вам больше, чем...